Голицынский культурно-досуговый центр «Октябрь» запускает медиапроект «Лица Победы». Он станет своего рода народным музеем в память о каждом, кто внес свой вклад в разгром фашизма. Не только солдатах и офицерах, но и простых тружениках тыла. Любой желающий может прислать по электронной почте архивные и современные фотографии фронтовиков с кратким поясняющим текстом. Вся информация будет собрана в один проект для размещения в социальных сетях.